Хочу дразнилку со скатом. Электрический скат. Представляете? Все та же. Наша любимая. Было опасно. Все та же наша любимая серия. Бинордик. Морская тематика. Смотрите, какой классный детализированный скат. Здесь вот такие маленькие шелестящие еще отделения. Здесь внутри кошачья мята. Вот этот значок нам об этом говорит. И это номер артикула 45511. Обратите ваше особое внимание. Даже тойтерьеры интересуются игрушками с кошачьей мятой. Что удивительно. Наш менеджер просто по тестированию вкусняшек сейчас пытается скушать морского конька. Пожалуйста, не надо. Вот такая вот дразнилочка на деревянной ручке со скатом. Классно, мне очень нравится. Спасибо Трикси за эту замечательную серию Бинордик.